Добрый день. В прошлый раз мы остановились на синхронизации. И это последняя завершающая лекция по теме ZP. Начнем ее с основоположников нашей науки. Всю современную науку, которую мы можем сейчас лицезреть и пользуемся, да, мы можем видеть вот на этой фото. То есть вот эти все люди, они практически были собраны в одно время, они и создали нашу науку. То есть то, чем мы сейчас пользуемся, это практически вот эти люди. Как мы видим, это практически в одно время. Вот в этих иллюзиях мы до сих пор и живем. Ну, не то чтобы они плохие или хорошие, эти иллюзии, но та информация, которую принесли в нашу цивилизацию эти люди, мы до сих пор пользуемся. Но, к сожалению, мы видим, что многие вещи, которые они нам говорили, рисовали красиво на доске формулы, тогда они просто не работают уже. Имея точные приборы, достаточно дешевые, мы видим, что это не так. Вот. И на сегодняшний день нам приходится отходить от этой компании и думать, как существовать дальше. Потому что перед человечеством стоит очень большая проблема энергетическая. Что делали древние? Значит, если рассмотреть, мы уже рассматривали ZP на примере действующего ZP в иудейском храме, да, то мы видим следующее, что на прошлой лекции мы затрагивали тему сборки, да, что здесь присутствуют три сборки. Вот первосвященник подходит и разжигает специальный такой дым, да, то есть который показывает ему ленина, входящая прана, или она имеет какие-то флуктуации. Значит, здесь используется сборка земли, участвует сборка самого самих геометрических форм, которые находятся внутри ковчега, и сборка оператора, что очень тоже важно. Значит, между вот этими сборками должна быть создана синхронизация. То есть без синхронизации вот этого, вот это работать не будет. И должно быть согласование и не противоречие между вот этими сборками. Значит, для того, чтобы не было противоречий и не было всевозможных катастрофических моментов, значит, у в иудаизме есть кашрут, есть левиты, коины, то есть целые бригады обслуживания ZP-Energy девайсов, которые, ну, то есть у них огромное количество этой внутренней информации, кстати, которую они не особо афишируют. То есть здесь соблюдение этой информации вот операторов. И очень важный момент — это сборка земли и сборка ZP, их несинхронизация. Значит, как осуществлялась, на наш взгляд, вот эта синхронизация? Если посмотреть, на тему дольменов, да, ведь мы помним, что вот эти две формы Моисей принес с горы. То есть он уходил куда-то надолго и достаточно долгое время там был и вернулся опять вот с двумя этими формами. Мы предполагаем, что дольмены, они были, или дольмины, как правильно говорить, они были частью системы синхронизации вот этих форм.
и служили как раз для этого. То есть в нее внутрь помещался геометрическая форма, ну или может быть вставилась где-то здесь снаружи, это уже как бы вопрос второй. То есть одни говорят, что здесь была линза, которая, значит, фокусировала на каком-то определенном расстоянии, но скорее всего это все дело уже это вопрос деталей. То есть либо она была, форма клалась внутрь, либо снаружи, это уже как бы, ну, это уже детали. Да? То есть посредством вот этого резонатора, да, вот этой частотой, низкой частотой, которую раздавали пирамиды, вот эта геометрическая форма, она синхронизировалась с частотой Земли. И дальше уже как бы не было этого короткого замыкания, то есть энергия могла передаваться. Но тут встает как бы еще очень важный момент. Это оператор и вот это и оператор, и геометрическая форма. Они не должны конфликтовать. Поэтому, грубо говоря, вот этот дольмен должен быть как бы использован только одним оператором. Почему? Потому что в случае всевозможных флуктуаций праны и нелинейности, вот дольмен, он как бы был камерой хранения этого девайса. То есть он как бы выключал, они его выключали именно там. То есть они его не использовали. Нельзя было ставить в дольмен еще несколько другие формы. Почему? Потому что, ну, понятно, да, то есть если у нас идет общая дисгармонизация, да, то есть вот эта синхронизация нарушена, то все формы, они начинают просто не работать или начинают вытворять черти что. Поэтому дольменов такое огромное количество, их просто неимоверное количество, то есть их можно смотреть, вот, например, ну тут же самый наш Кавказ, да, то есть вот видим, что везде, где проживает население какое-то, да, в горах особенно, там, да, все Черноморское побережье, там, Грузия, современная Колхеда, да, то есть Крым даже тут в Крыму есть, все, то есть вот практически все населенные пункты имеют в себе эти дольмены. Значит, что являлось вот этой геометрической формы. Ну, здесь в иудейском храме мы видим, что это два куба с цилиндрическими отверстиями внутри, очень сложная форма, с голографическими надписями, то есть геометрическими знаками в виде голограмм сделан. То есть практически сейчас это очень сложно сделать, то есть тогда это было, очевидно, тоже возможно. То есть подделать эту форму практически нереально, не зная как. То есть весь смысл этой геометрической формы – это создание ключа, о чем мы в прошлый раз говорили, да? То есть, чтобы не все могли, не любой мог подойти к ней и взять энергию. Что могло являться ключом, да? Ну, на мой взгляд, самый простой и самый распространенный вид в древности – как ключа, это теловращение. Ну, это может быть любая, как бы, это может быть любая керамика сложная. То есть это может быть литье по плавленым моделям, это может быть все, что можно сделать из керамики, достаточно быстро и дешево, и как бы, ну, не проблематично. Потом также ее уничтожить. То есть мы помним, да, что Аненербо имела целую фабрику и отдел по изготовлению легко разрушаемых пластиковых форм. Ну, здесь пластика еще не было. Была пластика, создавалась за счет керамики. Значит, вот эта поверхность, здесь она очень простая, здесь порядка третий порядка, может быть, шестого порядка. Возможно, очень сложный. То есть нужно лекало, да, которое подставляется, и по нему оно, в общем-то, восстанавливается. Это может быть каменное лекало, там, металлическое и так далее. То есть керамику можно сделать очень сложную, которая будет, ну, то есть соответствовать. Ее можно сделать несколько. Да? Например, какая-то большая община, да, у нее есть один ключ,
которые они используют. И они раздают каждому, высчитывают, значит, определенный ключ, они в определенное время его создают под определенного оператора. То есть нельзя Васе дать Петин. Значит, вот очень интересная форма. Тоже тело вращения. Это Берлин, музей. Их называют шапками. Значит, ну, извините, это шапки, это, ну, это смешно. То есть это какая-то геометрическая форма, которая работает. То есть ее очень сложно повторить. Вот. Зачем она, то есть совершенно непонятно. Вот золото на нее пошло больше, чем там на купола там, российских церквей. И, ну, то есть, ну, то есть непонятно, как бы, назначение, зачем такое дорогое исполнение. Понятно, для чего, так сказать, дорогое исполнение, чтобы форма существовала как можно дольше. Да? Ну, то есть физического смысла, как в быту, она не несет никакого, ритуального тоже. Вот. Поэтому я, например, считаю, что вот хорошая геометрическая форма. Да? Ну, из современных геометрических форм вот современных, да. Интересно, вот тема Боба Лазара, да, того же самого очень известного уфолога, который говорит, что он участвовал в обратной инженерии девайсов, ZPNG девайсов, летательных аппаратов. Он рисует вот такую форму геометрическую, достаточно сложную. Сложная она тем, что у нее структура очень интересно создана. В последнем фильме он как бы рассказывает, как она создавалась. Но он говорит, что тут определенный материал определенным образом наслаивается, потом точится, потом распиливается. Ну, то есть создается определенная геометрическая форма, очень сложная, которую практически в земных условиях повторить невозможно. Ну, она, естественно, дает какие-то волшебные вещи. Вот этот элемент 115, сейчас он в Москве. Значит, бедные американцы с нашими в Дубне, значит, делают этот Московий, добывают со страшной силой, вот, пытаются его там, да, всевозможно получить для того, чтобы получить эти волшебства. Ну, не знаю, чем это все закончится, но не знаю, вводит он их за нос или нет. Ну, в общем, неплохая геометрическая форма, которая реально очень сложная и которая реально может трансформировать пространство. Дальше, значит, что надо сказать о воздействии сборки ZP на оператора. Вот здесь очень щекотливая, тонкая и неприятная тема. Значит, сборка. Хочет оператор этого или нет, соблюдает ли он там все эти посты, обряды и так далее или нет, но она все равно трансформирует, сборка ZP, она все равно трансформирует сборку оператора, она влияет на нее. То есть вот эта сборка, она начинает показывать другой диафильм. Значит, это может быть, эти мутации, ну, они видны в мифологии древней. То есть они видны в всяких сказках там, и так далее и тому подобное. То есть вот вам практически результат воздействия ZP на человеческий организм. Ну, то есть вот какой-то там чел, у него там трехметровый рост, по-моему, или даже больше. То есть он достаточно мощный какой-то дядька, 3,5 метра. Вот он вырос, он не мог родиться на Земле вот такого роста. То есть он трансмутировался вот из-за этого. Вот другой страшный момент.
вот там Алешенька или, ну, то есть вот что, во что превращается как бы оператор, не имея согласования со сборкой девайса. Вот. Это уже более такой страшный вариант. Вот я вас пугаю, но это действительно, в общем-то, так. Вот. То есть здесь происходит настолько вот эти изменения этой сборки, что просто уже, ну, дальнейшее просто оператор просто погибает. Он не может обратно вернуться вот в это состояние. Ну и хочется рассмотреть такую большую тему, выдвинутую Зигмундом Фрейдом перед смертью. Практически перед самой смертью он написал статью, не помню точно, как она называлась, «Моисей и монотеизм», по-моему. То есть это уже практически перед смертью самой. Его обвиняют в том, что он уже был болен и принес черти что. Но мне кажется, очень интересная тема, и я ее попытаюсь продолжить со своих как бы колоколен. То есть что у нас происходит? Древние города и храмы похожи как две капли воды. То есть практически там 1500-2000 лет до нашей эры, там, до там, 1000 лет нашей эры, ну ближайшие, то есть там, то есть буквально разброс там 2000-1500 лет, они практически одного вида. То есть Видео у них один и тот же, практически. То есть такое впечатление, что строил один архитектор. Ну, если рассмотреть Ближний Восток, да, то вот значит, в Египте это Фивы, столица, ну, тут не видно просто Вавилон. Вавилон где-то вот здесь. Вот, то есть если смотреть вавилонские храмы и храмы египетские практически, и в дальнейшем смотреть храмы иудейские уже на Синае, практически такой впечатление, что строил один архитектор. И они построены практически по одной и той же схеме. Значит, какая у нас тут схема? Значит, расстояние от храма до воды практически, ну, тут, ну, 200-300 метров. То есть храм строится практически у реки. То есть синхронизацию вот эту они берут с реки. Ну, как и пирамиды, да. То есть у меня вот есть очень хороший снимок, ну, правда, он не очень качественный. Вот. Вот, это фильм «Последний исход», значит, вот мы видим, вот они строятся, египетские пирамиды, да, и вот он изгиб реки, который так любит повторить господин Ишкарден, да, по своей энергии Ре, да, ну, я с ним, может быть, даже соглашусь, то есть это действительно может быть так. То есть вот река, вот пирамид, то есть синхронизация идет вот из воды. Синхронизация идет из воды. Значит, можно увидеть даже, у меня где-то были вот Вавилон, да, вот Вавилон, вот она речка, вот она речка, вот вавилонские храмы, они обязательно должны быть замкнуты. То есть вот этот забор, да, они обычно квадратные, либо прямоугольные какие-то вытянутые, но это обязательно должен быть замкнутый контур. Открою вам страшную мормонскую тайну. У иудеев до сих пор в синагогах на шаббат стараются замкнуть контур. То есть натягивают нитку. Даже если есть какие-то открытые ворота, они сверху натягивают нитку. То есть закрывают контур.
То есть контур должен быть обязательно закрытый полностью. Это одна из ну, как бы, таких очень важных составляющих. Опять, вот вода, вот, вот храм. Да? Значит, давайте вернемся к нашему Фрейду. Фрейд выдвигает теорию, что Моисей был египтянином, и не просто египтянином, а из вот этой бригады, которая строила Амарну. Что такое Амарна? Амарна — это у нас был такой фараон. Да, значит, фараон — это Натон, который произвел революцию в Египте, да, то есть такую церковную. Он из многобожия сделал монотеизм практически. То есть отверг всех богов, кроме бога Солнца. И стал строить храмы только его, как бы, храмы, и построил целый город. То есть он построил город, значит, вот это Амарнский, город Амарна, и вот этот Амарнский период, да, он строит солнце с такими, и везде изображает солнце с дающими руками, то есть солнце у него раздающее. Мы видим вот определенные геометрические формы, да, на головах действующих лиц, да, то есть Амарну он переносит ближе, то есть он переносит ее на север. Ну, здесь примерно Каир, да, он примерно вот здесь, то ее, вот пирамиды, вот старая синхронизация. Вот, он ее переносит чуть выше по реке, то есть он ее вот здесь делает. То есть он поднимается чуть выше, чуть выше по реке. Он строит красивейший город, 100 квадратных километров, значит, с храмами, храмом Солнца, значит, с дорогими особняками знати, и, значит, тут селят всех своих приближенных. То есть, ну, 100 квадратных километров. Значит, я подозреваю, что здесь был не просто ZP, а здесь был очень мощный ZP, который давал... который давал климат, создавал определенный климат. Потому что, ну, если рассмотреть ту же Вавилон, да, более древний, здесь, ну, во-первых, здесь климат более северный, да, и все-таки здесь сады, насаждения, он как бы, ну, такой весь. Ну, тоже, в общем-то, это возможно, здесь тоже имеется ZP, который создает климат. Потому что вы представляете себе температуру вот здесь вот, без охлаждения, днем. То есть вот здесь вот можно жарить яичницу, грубо говоря, на солнце. Днем. То есть без системы охлаждения, без чиллеров каких-то хитрых, да, то есть вот здесь находиться просто днем невозможно. Так, возвращаемся к нашему Этнатону. Вот очень интересные ребята, итальянские архитекторы, 3D-архитекторы, они сделали такой проект, Амарна 3D. Вот всем советую посмотреть, он в свободном доступе в интернете. И вот они восстанавливают, значит, этот город. Значит, город думался от нуля, с нуля до последней, значит, последней гайки, винтика, по одному строился по одному проекту. То есть это мечта Уолта Диснея, то есть построить город строго по одному проекту. Вот это флагштоки здесь планировались знаменно. Ну вот видите, да, то есть он, солнце встает и освещает определенную геометрическую форму. То есть, город строился специально под какой-то проект. Да? Значит, город просуществовал 20 лет, после чего он был покинут всеми и проклят. То есть в него даже как в Чернобыль, то есть не входили.
он занесся песками, его буквально там 100 лет назад только откопали. Значит, что здесь, на мой взгляд, произошло? Скорее всего, у них произошло следующее. То есть они, вот мы видим, да, то есть в районе Зипи они поселили обслугу, что, в общем-то, ни в коем случае делать нельзя. То есть они вот этих операторов, расчетчиков и синхронизаторщиков, кто вот это за все торчал, они поселили вот здесь, все, рядышком. И при малейшей, значит, дисгармонике, то есть при малейших каких-то флуктуациях, праны, да, они все, в общем-то, и погибли. Ну, грубо говоря, как бы на боевом посту, да. И, в общем-то, у них получилось следующее. У них весь проект накрылся как бы в один миг. То есть они не смогли вот уберечь вот эту всю, как бы, всю обслугу, да, этого ZP. И у них началось черти что. То есть у них началось вот как раз то, что описано в этом исходе. То есть в фильме, да, и в библейском исходе. То есть вот эти 10 ужасов, там эти лягушки, там кровавая вода, жабы, там вот эта саранча и так далее, и тому подобное. То есть у них вот это вот как раз началось. И проект, конечно, естественно, срочно закрыли. Естественно, их всех повыгоняли. И они оказались в личной энтропии. То есть они как бы радиоактивны. Да? То есть, ну, радиация это всего лишь, на наш взгляд, это всего лишь свойство повышенной энтропии. И вот они были изгнаны, так сказать, из Египта. То есть они как прокаженные были, ну, изгнаны. Возможно, иудеи просто под шумок, ну, присоединились к ним, то есть кто хотел. Или, возможно, они просто частично их жила здесь, в обслуге. То есть они, ну, тут называется цифра чуть ли не там 300 тысяч, ну, возможно, еще добавились там какие-то разбойники по дороге и так далее. То есть они были просто изгнаны. Вот. Как погиб сам Эхнатон, неизвестно. Но после него вот это все свернулось, и опять они пришли к многобожию. Значит, Амарна заносится песками, они обратно приходят к многобожию, и иудеи, перейдя Красное море в районе Шарм-эль-Шейха, да, нашего современного, они с этим ZP девайсом ходят по Синаи и, в общем-то, завоевывают все территории, о чем мы говорили, да? Хочется сказать о Моисее, да? То есть еще раз давайте вернемся вот к этому. То есть рост Моисея там чуть ли не 3,5 метра, некоторые даже больше роста причисляют. Значит, у него растут рога. То есть он реально с рогами. То есть это уже, ну, это очень мощная флуктуация, то есть это уже изменение биорога. То есть уже он уже не человек. И это похоже все как бы, ну, это все вот из Амарны. То есть это все вот это они притащили из Амарны. И в Синае, я думаю, они что-то, в общем-то, доработали, устранили. Ну или скорее всего они просто опять наладили вот это. То есть синхронизацию они, я думаю, они как-то нашли. Это не так сложно, в общем, им сделать было, если они умели. Да? Самое сложное – это обеспечить обслугу правильно, то есть систему безопасности, которая даст возможность эксплуатации ZP. То есть это самое сложное здесь. Значит, что... Какие системы безопасности тут были, да, раз мы уж об этом поговорили. Ну, вот, например, если взять египетскую какую-то жрицу, да, то есть у нее был онг, то есть это был вибратор, который настраивался, ну, низкочастотный контур, который вибрировал, когда происходила вот эта синхронизация. Да, то есть если пирамида или какой-то комплекс нам давал там 12-20 герцовую
стоячую волну, вот эту, да, то есть она вот, вот эта вот, то есть вот это у нее в руках вибрировало. То есть она ее держала, она должна была вибрировать. То есть если она не вибрирует, это алярм и ахтунг. То есть нарушается синхронизация. Значит, более поздний вариант – это всевозможные диагностики тоже по дыму. Ну, мы их видим и здесь тоже, то есть это дымовухи все эти, да. Ну, вот то, что как бы до нас дошло, и, в общем-то, вот практически все. То есть вот из того великолепия, что было, да, то есть из амарнского этого изобилия, да, здесь был коммунизм. То есть они практически не работали, манна засыпалась, грубо говоря. То есть они что хотели, то и заказывали. Банкет был амплачен. То есть тут был коммунизм. Вот эти вот люди, они были настолько расслаблены в плане вообще как бы всего, то есть у них все было. Значит, после исхода Тутанхамон со своим троном вот изображен, да, вот трон, вот здесь уже геометрическая форма отсутствует. То есть мы видим, вот он, вот на этой картинке, вот она, эта геометрическая форма, вот она, сложная какая-то. Вот здесь ее уже нет. Все захоронения владельцев геометрических форм, они происходят в каких-то мегалитические какие-то толщи, то есть это куда-то складывается так, чтобы никто не достал и, в общем, это не вылезло наружу. Почему? Потому что вот эта форма, она настраивается чисто вот под этого оператора. И если она вот это, грубо говоря, начала дурить и хандрить, ну, мало того, что это опасно для него, это опасно и для всех остальных. Ну, то есть, представьте, что это сильно радиоактивная вещь становится, да? То есть, что с ней надо сделать? Ну, ее надо куда-то заховать, там, что никто... Если он крякает, помирает этот оператор, то его, как бы, с ней вместе и кладут, и, как бы, ну, там он и остается. Любые все захоронения, смотрим, все геометрические формы, совершенно непонятные нашему современному обывателю, они кладутся вместе с ним. Это какие-то горшки в основном, там, спрашивают, зачем ему горшок в загробной жизни? Говорят, да вот он там будет, что-то из него есть, в общем, полный бред. То есть, вот это все геометрические формы, которые он использовал при жизни. И они никому больше ни в коем случае не нужны. Их, в общем, надо спрятать, чтобы... их прячут в курганах там, и так далее, чтобы никто, в общем, их не достал. Ну, вот здесь расположение мегалитов на планете, я считаю, конечно, это не полная картинка. Вот, потому что это то, что до нас как бы сохранилось. И дошло. Но я думаю, что здесь вот эти системы синхронизации, они были, конечно, более распространены. Но, может быть, они были просто исполнены в другом варианте, то есть не в мегалитическом, а в каком-то другом. Но мы предполагаем, что на планете очень широко, в том числе и в Америке, использовались ZP. И синхронизация, в общем-то, она, ну, вот это, она была. Вот. Ну, как она осуществлялась, непонятно. Просто мы, вот это мы видим поздний какой-то уже вариант, который уже дошел, да, и... то, что там, грубо говоря, осталось, да. Значит, что я хочу сказать. Как говорили братья Стругацкие, я не помню, где-то в одном своем произведении, люди, не делайте глупых вещей, не увеличивайте энтропию Вселенной. Да? То есть человечество сейчас стоит перед эрой Водолея, которая
будет давать ему две воды. Одну живую, другую мертвую. И вот ему нужно живую отделить от мертвой. Человечество должно преодолеть свои страсти. То есть мы должны успокоиться. Мы, то есть вот эта вот фотография, да, очень хорошо, это распродажи какие-то рождественские, какой-то женской модной косметики лесу. То есть вот мы видим, да, то есть вот, то есть, это же ужас, да. То есть ради чего люди вот так вот напрягаются, ради какой-то ерунды и барахла. То есть это мы вот с вами. То есть нам нужно как бы от этого уйти и начать жить по-другому. То есть нам нужно более осмысленно жить. Человечеству нужно будет отойти от этого и уже входить в эру Водолея, уже как-то более осознанно строить новые амарны и созидать. Вот. И из того разрушающих энергий даже, может быть, что-то добывать, постичь физику нелинейных экстремумов. Вот то есть перечитать человечеством очень сложная проблема. Reliefist Made Mathematic не занимается железом. Мы не проектируем ZP, мы не проектируем синхронизацию. Это сотни миллионов долларов. ZP может быть достаточно дешевым, самый дорогой это, конечно, синхронизация. Мы занимаемся чисто расчетом, то есть чисто математический расчет оператора и самого ZP. То есть та система, мы разрабатываем систему безопасности, которая позволит эксплуатировать ZP-инженеры. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.